Детка, ты любишь рваные джинсы? Туц-туц-туц-туц. Господи, в кого я превратился? А ведь все началось с обсуждения GTA самповских новостей. А сейчас я вот тут сижу, перед вами геймплей с Black Rush. Кстати, вы можете там ознакомиться всей информацией в описании, там и мой никнейм есть, и все прочие вещи, можете туда зайти, там все это посмотреть, и как бы вы все поймете, и вам все будет понятно, и вопросов каких-то вот этих вот всех своих прочих вы задавать, разумеется, не будете. Хотя, может быть, и будете, я не знаю. И вообще, у меня тут рефлексия, на самом деле. То есть я сижу и такой, типа, блин, вот есть то, есть вот это вот, и как со всем этим, что вообще делать, господи, зачем я обсуждаю все эти новости, я все это делаю, ведь когда-то GTA RMP мне не нравился, и более того скажу, он мне не нравится до сих пор, но то количество людей, которые на меня подписываются в последнее время, то количество лайков, которые есть на моих видеороликах, оно буквально рекордное, там по 50 лайков иногда бывает на 1-2 дизлайка, и я на всю это смотрю, я думаю, чуваки, вы что, серьезно, а где вы были раньше? У меня вот там, кстати, недавно сам обзор вышел, и на нем такая активность, она бы, знаете, не помешала. Я вот тут еще недавно стримил, и как вы понимаете, на стриме ваша активность тоже не помешала бы. И вообще, я бы там все вот это вот делал, хотя стрим все равно долго не продлился, поэтому активность, неактивность, это все, я думаю, что уже дело десятое. Однако, давайте сегодня мы с вами обсудим одну из тех новостей, которые касаются лично меня. Я играю на Arizona RP, сотрудничая с ними уже, наверное, сколько там, но вот в марте 2021 года будет уже около 3 лет, как я с ними сотрудничаю. И понимаете, в чем дело? Я вот постоянно, когда захожу на сервер, там, записать геймплей или сделать что-то прочее, я обычно там на фон включаю свою какую-то музыку, свои плейлисты, все прочее. Там обычно Слава КПСС, Хан Замай, МЦ Лучник, вот и все прочие люди, как-то вот тесно связанные со всей этой тусовкой. Я включаю, и тут, понимаете, в чем дело? Какой-нибудь человек там таксует, или там, я не знаю, на дальнобойщике работает, или вот прочие вещи делает, и вот у него там, он проезжает мимо меня, или вообще даже останавливается, и у него там вот это: детка, ты любишь рваные джинсы, туц-туц-туц-туц, рваные джинсы, или там, как дела, это новый Кадиллак. И понимаете, в чем дело? Ладно, без проблем, то есть вот эти вот треки, но почему бы не добавить Замая? Ну вот Замая просто, или там Славу КПСС хотя бы, то есть я не знаю, я не прошу даже Замая, то есть просто Славу КПСС добавить. Нет, они добавляют вот это вот, я не знаю, все вот эти вот треки, там, Биг Бэби Тейпа, еще чего-то. И сейчас на Black Rush вот ситуация аналогичная. Давайте перейдем непосредственно к самой новости. Black Rush показали систему музыки в автомобиле. Готовы слушать любимые треки, не выходя с игры? И тут, знаете, идет вся вот эта вот презентация того, что тут можно будет радиостанции, либо там, знаете, библиотека, потом там, я не знаю, Моргенштерн, Матранг, там, Мияги Энди Панда, Мияги там Эндшпиль, Мияги все вот эти вот прочие шахматные дебюты, все прочее. То есть мы это видим, и мы понимаем, что никакого Замая, или никакого там, я не знаю, Славы КПСС, или там Бутербродского, может быть, его просто не будет. И непонятно, что делать. То есть ты просто будешь там, я не знаю, сдавать на права, или там какими-то прочими делами заниматься, и будешь понимать, что там Моргенштерн. То есть Моргенштерн, как дела, как где вот этот вот кремлевский весь рэпер тут у меня в моей Black Rush будет. Почему, зачем, для чего, нафига, непонятно абсолютно точно вообще никому, никогда и ни для чего. И вот меня это удручает на самом деле. Я просто сижу, думаю, блин, чуваки, ну почему нельзя сделать как-то вот, я не знаю, нормально там для всех людей, чтобы все там, я не знаю, со всеми музыкальными вкусами, разумеется, всем не угодить, но хотя бы нормальным людям там, которые слушают там Хан Замая, там Славу КПСС, всех прочих людей, почему им-то не угодить? Я вот этого не могу только понять. То есть все остальное я еще могу там, знаете, простить, понять, там как-то вот это вот все прочее сделать, но в остальном я просто, я сижу, и я не понимаю, почему так происходит. То есть, в самом деле, есть там уже еще новые вот эти вот посты, в которых также все есть, давайте я вам его тоже зачитаю, то будете потом говорить, что вот это вот там, я не знаю, я вам ничего не показал, я вам ничего не зачитал, я вообще, как я посмел вот нечто подобное сделать, вы на меня подписывались с колокольчиком, а я не могу вам даже все это озвучить, поэтому специально для таких людей я сейчас все это, разумеется, озвучу, чтобы люди как бы, ну вот, потом мне не предъявляли, что я типа ничего не смог сделать и сидел просто как, я не знаю, кто, и ну типа, ну в самом деле, то есть мне такого, пожалуй, вот такой популярности лихой, мне ее не надо, пожалуйста, и поэтому давайте зачитаю, вот просто, чтобы все хорошо было. Black Rush продолжает показывать систему музыки в автомобиле. И тут у нас также еще один видеоролик, в котором там играет Big Baby Tape, показано то, как все это будет в соседних машинах играть, показаны все остальные вещи, и
Хотя нет, знаете что? Блэкраша — это сервак крутой. Там менеджеры у них крутые, там разработчики, все прочие люди. Поэтому, ладно, я надеюсь, что просто в настройках все это можно будет отключить. И вообще, все у всех всегда будет хорошо. На этом, я думаю, что данный видеоролик по Блэкраше можно закончить. Если что, то заходите там, я не знаю, на Блэкрашу. Вся информация, она находится в описании. Там мой никнейм, там мой промокод, там вообще сама ссылка на всю Блэкрашу. Вы можете туда зайти и там со всем этим, разумеется, ознакомиться, ввести мой промокод, ввести мой никнейм и вообще все вот это вот сделать. Всем спасибо за просмотр, увидимся тут же завтра, я надеюсь, что в 20:00. Всем пока.